Угадайте, куда мы идем. Ну вот настал этот светлый день, почти солнечный. Гранд Чероки наконец-то готов к отъезду. Не знаю, далеко ли уедем. Сейчас узнаем. Маме, иди сюда. Интерьер с нами. Подожди, не залазь. Давай заведемся. Не заведемся. Не завелись, но ненадолго. Сейчас прикурим. Скажи, Ами, я его видела в Ютубе, а тут он живьем стоит. Вот он, Максик. Смотри, как она смотрит на него. Узнала. Да, это этот легендарный суровый. А что ж ты думала? Куда мы тут, на прогулку, думаешь, пошли? Мы по делу. А вот инструмент, который кроме зубила еще есть. Зубила, молотка и отвертки. У суровых есть еще инструмент. Так, Гранд Чероки не завелся. Что-то садит аккумулятор. Так что оставляем пока. Пока у суровых ключ повесили. Позже будем забирать. Так, у суровых есть трещотка, показываю. Кто не верит, есть трещотка. Так, Саня, что еще есть, покажи. О, головка, о, длинная. А, компрессор есть, смотрите. Компрессор, я думаю, что за шум издает. Но болт это не твой, Саня. Нет, это чужой болт. Нет, у меня. Так, смотрите, мне в магайковер. Блин, слышишь? Я боюсь, что начнет клинить в Ютубе, если я это выложу, понял? Чтобы Ютуб не заклинил, когда увидит этот ассортимент инструмента, блин. Блин, убери ноги, блин, не видно, блин, приборы. Ну, прокачка, да. Прокачка, это зубах. Так, сегодня планируется... Блин, что вы вечно накрываете какой-то херней, блин? Блин, а с кого вы трусы сняли? Смотри, кем? Цветочек. А, блин, я думал, ты раздел кого-то по дороге на работу. Какую-то женщину. Слышишь, смотри, раздатка, сегодня планируется разборка. Что интересно, что внутри. Грохотало нереально просто. Так. 50 сотен, да? Саня, слышишь? А как ты думаешь, не начнется этот климактерический маразм? Не начнется, если я покажу стенд с инструментом? Вот он сейчас. Опа! Вот он, блин. Офигеть, блин, вообще. Смотрите, тут плоскогубцев три пары, блин. Клещи. А клещи вам зачем? Вот объясни. Объясни людям. А, ногти. Это эти, кто не рассчитывается, да, вовремя? Да. Ага. Ты с ногтями, кстати, без ногтей? Да, я, наверное, нормально пока. Так, штангенциркуль. Ну, короче, тут что хочешь, блин. Ну, набор я уже показывал, этот фантастический. Отверток один ассортимент, правда. Ну, такие чуть БУ. А вот это хорошая деталь. А это зачем, Саня? Пистоны снимать, а точно, они же пистоны снимают. Дрель есть. Телевизор китайский оригинал, да, или что это? Да, китайско-украинский. Так, ну все, тут еда. Короче, там он в том углу еще какой-то инструмент. Ну, короче, что-то есть, немного больше, чем планировали инструмента. Мы показали. Ёлки-палки, слышишь? Бошевский гайковер, да? Охренеть, Саня, слышишь? Надо предупреждать. Ты, блин, когда это? Где сварка? Ой, сварочный аппарат, два баллона, блин. Офигеть, огнетушитель, все есть, блин. Короче, суровые. Вы реально просто. А вот и фен есть у них. Это вы греетесь им, да, или что? Волосы сушат после сливания антифриза, да? Макс сушит волосы? А ну, Макс, иди покажи волосы. Макс, покажи волосы.
Мне только на ногах осталось. Та не, ого, ты зарос. Тебя уже пора стричь, блин. Вот сегодня подстригусь. Слышишь, у тебя сейчас шерсть по длине, как у бультерьера примерно. Вы, кстати, и похожи чем-то. Сейчас подожди. Снова у меня с собакой сравнивают. Так а собака друг человека, и ты друг. Глянь, суровая, только стоял чужой диск, уже новый, блин. Саня, блин, не шокируй людей, блин, таким быстрым ремонтом, блин, потому что люди не готовы к таким изменениям вашей деятельности резкой. Они думали, вы только капиталки V8 делаете, а вы еще диски тормозные меняете. Ну вы, блин, вообще даете, блин, нереально. Давай. Ух ты ж! Так это ж японские, блин, покажи коробку. Я видел эту фирму, когда-то они мне предлагали поторговать. Да, это очень крутые. Слышишь, ты же его предупреди этого владельца, чтобы он аккуратно тормозил первые 100 километров, чтоб, пока привыкнет. Чисто Японии. Просит. Ладно, короче, ждем разборку раздатки. Я думаю, в течение нескольких часов или дней, месяцев она разберется, да? Дней месяцев поправили меня. Ну все. Пошли пешком обратно. Собака хотела, она говорит, только что возле дверей дома, говорит, покатай меня на гранчероке, покатай меня на гранчероке, да, Ами? И все, говорит, опять пешком часа через забор лезть. Да. Так, суровые голыми руками, молотком и отверткой собрали бэху. Заменили амортизаторы, вижу, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. Что еще, Сань? Хватит. Ну да, для отвертки молотка. И так вы переработали, я вам скажу. Красавчики, короче. Опять голыми руками. Так, день прошел. С утра гранчероки забрать не удалось. Бультерьер на месте. Доча, ты тут, да. Все, говорит, починил. Саня говорит, починил, все, устранили утечку, где-то садило что-то аккумулятор. А что садило, Саня? Я залил коробку, залила на свет в салоне. Замыкала проводка на свет в салоне. Попробуйте найдите, только суровые могут найти. Вот так вот. Вот у них надпись эта гордая. Давай, заводится. Может, сейчас опять не будет заводиться. Давай уже. Давай проверим. Давай я, подожди. У меня рука счастливая, когда я, у меня не заводится. Давай, давай, собаку, держи бультерьера. Держи. Бультерьер с суровым сейчас. Покажи, а ну обними его. У вас одно лицо, кстати, я вам скажу. Подожди, держи, не пугай собачку, она маленькая еще. Так. БХ-7, ой, это джип Гранчероки. БХ-7 снится нам. Ёханый бабай. На газу, переключаемся на бензин. Все, на бензине. Говорит, починил, не знаю. Я ему, конечно, верю. Так, это в Фаренгейтах. Уже лето у нас. Машина даже прогрета. Отечь не устранили ж, да? Ну все работает, короче, наконец-то. Сейчас мы будем, уедем на ней уже. Бультерьера убери. Прокатись вперед, а. Хочет задавить мою собачку, наверное, все-таки. Так, ну что, все, вроде как. Осталось попылесосить, сделать влажную уборку и можно проводить тест-драйвы. Что-то тут под капотом. Здесь. Не убирали, смотри, зелененькие растут. Ага. Пришла. Аккуратненько. Пришла весна на. У нас под капотом наступила. Блин, нормально. Капот есть классный. Порой и багажник. Здесь. Вот на рассаду зелененький. На рассаду. Вот он работает, смотрите, вообще. Вообще хорошо. Голыми руками люди, вот этими голыми полностью.
одним поводком, отверткой и молотком починили все. Все, ладно, пока. Пока катается. Да, хочу всем скептически настроенным на про наш ремонт показать давление масла. Вот полностью прогретая машина. Работала долго, обкатывалась. Часа два, Саша говорит, тарахтела. Вот давление масла ровно посередине на холостых. То есть до этого было 1/4. Да, 1/4 была. То есть на одно деление ниже было до ремонта. Видел, на холостых давление четко по центру. Ну да. Вот добавляем обороты. Датчик заменили. Собаку не пугай, собаку убежала. Давление поднимается. Короче, все. Все окей. Вечерний Киев. Хорошо едет, что вам сказать. Надо покататься, конечно, чтобы мелкие. Вот я уже то, что я заметил сходу. Одна фара в небо, одна фара под ноги. Левое, вон пятно, прямо на асфальте. Люстра тоже в землю. Ну, короче, надо доработать. Вот разворот общественного транспорта покажу. Вот остановка. Тут тупо оффроуд. Сразу попутно. Вот выезд тоже такой яркий. Короче, надо покататься, чтобы мелкие все. В принципе, мы так максимально поустраняли то, что повылазило. Например, вот датчик где-то отходил, там проводочка. Ну, старая болезнь нашли, вот то, что сегодня нашли, что садит аккумулятор, это было до ремонта. За 2 дня высаживала почти практически в ноль. 2-3 дня в ноль высаживала аккумулятор. Значит, коротила проводка с фонаря, с плафона салонного. То есть вот с этого вот, который у нас вот здесь вверху, его сейчас не видно. Ну вот такое. Что-то еще там по мелочам было. Тяга панара стучала, то, что нашли, поподтягивали. Ну, короче. Короче, вот так сейчас едет она. Едет шикарно, конечно. Звук, я думаю, вы слышите, потому что в прошлый раз я катался, окна закрыты, было холодно. Сегодня плюс 20. Так что машину мы забрали. Сейчас поездим несколько дней по городу. Протестируем ее. Может что-то, ну не может, я думаю, проявятся какие-то мелкие недочеты еще. И тогда уже сделаем какой-то более полный обзорчик. Что тут у нас? Что-то телефон уже плохо совсем снимает. Ну, в принципе. Я думаю, все понятно на сегодня. Машина у нас.